А мы его в хэме не убьем. Хотя РДД рейд можно пробовать, но не знаю, час остался. Да, конечно, есть смысл. Род, это зачем вы мобов спулили? Вопрос. О, вот, напоминаю, походу этот. Вайпнуться, что ли? Где-то загнали. Где-то тут пролетал Пэтханта. Отвернули мобов. Я здесь стою со всеми. Тихо, ну тогда одного этого вот вы будет загрыл. Стопните разговор. Нет, верните мобов, хильте танков и бейте мобов. Чё вы парашу разводите? Сидите почва, хильте танков и. На максимум. Убить их нужно всех одновременно. Да. Поэтому почаще слапайте таргета. Там играйте. Милики можете покурить, вас убивать будет. Мобов отверните. Таргет меняйте, если агро срывает. Кастеры чуть подальше, не стойте близко. Всех не спасти. Платите бабки, я буду вас хилить. Это кто говорит? Это секс-поли говорит. Так, у вас два моба, у которых по 60%. Нужно по ним поиграть. Стоп. У вас один моб, у которого 4%, его нужно куда-то отвести в сторонку, чтобы он не заклевал. Сейчас он умрет, бафнет остальных, и это будет вай. Прожмитесь, если вырастут танки. Вот, отлично, отлично, развели, молодцы. Лоу хпшных не трогаем. Когда вырастут, им стан еще дашь. А когда мы пойдем АФКшить? Ну хотя бы 5 минуточек. После Везекса. Тебе надо это идти? У которого 500к. Мне... Я хочу покушать. Я же пришла в пар. Иди. Спасибо большое, Войд. Что бы я делал без тебя? Иди, давай, время идет. Так, звезда, базука, шип. Печенька. Готика, жаба. Ромбик. Бармалейка, жаба. Играем в череп. Контроль, контроль. Ну что там с ромбиком? Привет, Сало. А у Ешки не кастуете РД? Да ёбаный. Печенька вышла самка. Дайте ей жабу. Играем в печеньку.
Или Shadow. Йога плюс 4, да. Да. Ну, возможно, не сегодня, конечно. Антох вылетел, написал, сейчас захожу. Давай. Предлагаю этого йога вот это воскресенье задрочить. Хорошо, давайте. Все, звездочку называем. Есть вообще кто не шарит на него тактику на йога? Я хантом никого не нужен. Да ну вообще здесь не был. Очень интересный мопчик. Значит, 500 голды дают тому, кто добьет чувака в МК. Именно добьет. Зачем? Как мне напишет. Какая голда? Фаталит. Ты что, прикалываешься? Чувака потом бафать. Это серьезно просто? Если серьезно, то типа тут как бы это. Шашки, ну, на голову. Конечно, серьезно. 500 голды, что такие дешевые? Как бы я вижу скиллового солдата. На полбу. Ну хули, что вы придумываете? 500 голды. Трутеллер получается. Какой там трутеллер, блять? Трутеллер к его фаталити. Трутеллер убил его. Добил, точнее. Да в смысле, а кого в контроль брала? Афлика. Тех, кто мертвые. Ты понимаешь, афлики как бы не живут, это тебе не демоны. Ну, я. Да нахера вы своих-то дамажите, вы чё? Я против такой хуйни категорически, нахуя вы это делаете? Потом людей бафать надо. Да, вы думаете, что мы сейчас не вайпнемся на первом паке трэша? Нет. Который будет ниже. Нет, конечно. О, еще 500 голды. Мне кажется, это 5к, подожди, мы же забили этот босс. Это я бежал. Нет, подожди, Готика... А, нет, блин, если ты цепнухой двоих убил, там косарь был бы. Ну, это типа 777, знаешь? Ребят, можете Симону, пожалуйста? Сейчас мы дойдем до трэша до сильного, и я думаю, Симону. Окей. 500 голды сами себе не нафармят. Ладно. А горняки есть, Пейд? Я. Отлично. Эти совы, конечно, перепрыгивающие, пиздец. Ну что, тебе не нравятся совы или что? Ну, есть у нас одна красивая сова и табурены. Так, поставьте шкаф, пожалуйста. Кого нужно засуманить, скажите. Можете плюсики поставить в рейд-чат. Так, заранее камни. Shadow, ты готов? Чё там? Гружу, Антох, ты же знаешь, Трамп. Давай, так, запомнили. Звездочка, базука. Печенька, кто чья была печенька? Чья была печенька? Давай, Shadow. Но он еще не загрузился, он долго у него ком включается. Так, Бармалейка, твоя печенька. А, спанч. Бармалейка, твоя печенька. Значит, дальше. Готика, ты меня слышишь? Готика. Алло. Слышно. Тыкайте, пожалуйста. Готика, ты меня слышишь или нет? Дай мне информацию. Да хуй на него, вон сколько контролей. Роланда, твой ромбик, жаба. Жук, твои трусы. Играем все в череп. Камни сзади возьмите. Потом квадратик.
Главное, запомните назначенные метки. Все, спускаемся вниз. Старфолы там, херолы, это ничего не юзаем. Иначе собьется МК. Контроллеры подошли. Все, ДК грипп и квадратик. Как только он грипп, и сразу контроль. Контроллер раздали. Активнее, активнее, активнее. Почему печенька бежит? Вижу, все, отлично, молодцы. Без АУЕ. Потому что печенька будет ТПшиться. Внимательно. Это не контроль, это залупа. Ромбик, контрольте. Не, они контролят. А, ну еще и вы без контроля. Превратите, понятно. Ромбик или дайте ему стан сам. Так, хорошо. Этот вижу, законтролили, это законтролили. Играем все. Все пока нормально. Кружок. Кружок. Че, станов, сала нету, нихуя? Циклон киньте под печеньки. Нет, совы. Печеньки, циклон. Вижу, зашел. У вас сало потом заряди. Квадратик добивайте. После квадратика печенье. Все, в печеньке играйте. Сбивайте им косты. Ромбик наверх забежал. Телепортировался. Он всегда в дальней цели. По звездочке поехали. Косты сбивай. Ебать. Вы спрыгните вниз, что вы там делаете? Давайте, ромби, гриппайте, добивайте. Спрыгните вниз на ком-то. Вейт, мобов, спрыгните вниз, пожалуйста. На танке он. Эти люди покажут, как они спрыгнут. Понятно, блять. Кто там АФКш? Давай будем запоминать. Сним. Минус кролу, да? Ну, может, у них там жена рожает. Ну, первый раз. Ну, там преданные игроки. Срочник здесь? Все, что, мана есть, ресните, вайда. Срочник, ты тут? Грипп и череп. Давайте контроль. Звездочку не законтролили, стоит. Так, если чё, звездочка нормально стоит. Печенька бегает. Печеньки там, если чё, циклон киньте. Я трапу давай. Угу, вижу, красиво. По квадратику нужно будет потом кинуть циклон. Или покаяние выписать. Стоп. Ромбик уже обдотали, играйте в ромбик, квадратик. Только сбивайте косты, обдотали уже обои. Я для меня какая-то белка перебил. У тебя с микрофоном какая-то хуйня. Ой, прости. Трусы. Угу. Трусы, отлично. Добивайте ромбик, после ромбика печеньку. Киньте печь, ага, вижу. Так лучше? Угу. Ща поеду это. Билд перебью, чтобы не просесть.
Трусы снимай. С кого? С себя. Прям сейчас. Слабо? Слабо. Сильно. Так, я улетела. Так. Дальше. Печенька. Звезда. Трусы. Ромбик. Ромбик. Друиды там. Череп. Ты про это? В принципе, все. Что такое за хуйня? А в крипе валяется, наверное. Это два бесплатных кристалла пропасти. Ну, у меня уже есть. Зачем только? О, еще спек есть. В смысле, зачем? Ты типа ходы палубы? Алло, меня слышно? Да, алло. Да. Отлично. Слышно, слышно. Это на аэродру, в смысле, зачем? Поехали, грипп и череп, и давайте МК. ОМК, контроли, короче. А, только отведите еще раз, грипните еще раз подальше, там же два ДКшника, так чтобы... Да еб... Да, да, да. Там стоит тело какое-то. Вот что-то за хуйня такая. По крестику дайте что-нибудь. Давай его убьем просто. Давай убьем его, хорошо. По крестику заехали. Ромбик, нужно что-то дать. А кто Starfall прожал? Какая-то сова. Ну это не я, у меня без КД. Это я. Хорош. Шипо. Я в прошлом трое, в прошлом кемпе тайфун нажал. Так что в принципе... 1-1. Угу. Давайте, добивайте. Так, ромбик. Потом печень. ЛМС шип. Спанишь выше. Все знают тактику навязываться. Я не помню, Фан. Зеленые лужи, черные лужи. Метка смерти. Ладно. РДДшником. Руов, отстань от меня. Кого-то хоть бить дайте. Идем направо, выгрипываем молчика. Здесь наша задача никого не убить как раз, потому что если кто-то кого-то убьет, челика оставим без лута, да? Смотрите, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть друидов. Но с склоном проблем не будет. Как раз у нас по готике нужно склон кинуть. 4, 3, 2, 1, нужно обновить. Нате еще вот так. По мопчику больше. Мордона, Мордона, не убить, не убить. А пета можно. Обновили циклон. Еще раз. Все, теперь просто без АОЕ. Зачем грипп на ремеризон?
Все, теперь на ту сторону то же самое. Готика сам на себя Геру прожал. Походу. Очень внимательно, кастер, отойдите, не убить пана циклона. Вижу. Там Старфол уже летит чей-то. Обновить. Еще и под полтинником. И еще один. Отлично, молодцы. По мобчику, больше ДПС по мобчику сыграйте. Так, значит, смотрите, вар, можешь спекаться в ДД, босса танчит ДКшник, вар не вывезет игру, все на пул ДКшник, короче, босс танчится там, где он стоит, пусть это будет метка череп. Значит, босс это танчишь спиной к рейду, то есть лицом к воротам, а! Значит, милики бьете босса в мелизоне, и в мелизоне стоит холипал. Этим холипалом будет варлайк. Значит, здесь очень важно не оверхилить. То есть весь хил мы распределяем правильно. Весь РДД кэмп будет стоять ориентировочно. Ориентировочно это квадратик. То есть ренджу мы подкорректируем, когда правильно поставят босса. Значит, а здесь мы стоим кучно. Босс будет рандомно в одного игрока кидать сосульку. Как Т4 у приста. Синяя летящая сосулька. Об этом будет анонситься в общем белом чате. То есть каждый раз, когда в челика летит сосулька, весь рейд выбегает в луну. То есть прошел анонс, вылетела сосулька, выбежали в луну, сосулька упала, разлилась лужа. Зашли в лужу. Дамажем. В луже урон увеличен. Стоим спокойненько дамажем. Вылетела новая сосулька. Выбежали в луну. Сосулька упала. Вернулась дамажем. Во время боя на рандомных игроков будет кидаться метка. По-моему, метка смерти или что-то такого. Значит, челик. Или даже несколько. С этими метками. Выбегают в ромбик. Дебаф спадает. После этого вы возвращаетесь. Потому что вот эта метка продамаживает рейд нехило и хилит босса в невменяемых цифрах. Также будут появляться зеленые лужи, хилы. Смотрите, ваша задача, то есть вы вообще не оверхилите за своей маной, как бы максимально грамотно ее стараетесь сэкономить. Если вдруг случается так, что хилы садятся по мане, время от времени здесь будут появляться саранитовые пары зеленые. Мы сливаем саранитовые пары, образуется зеленая лужа. Рассказываю, как ресается мана в зеленой луже. Когда вы заходите в зеленую лужу, у вас в дебафах, где випка, там фракция, появляется дебафчик такой, типа вы зашли в зеленую лужу, зеленый. Но этот дебаф вам ничего больше не покажет. Он покажет только то, что вы стоите в зоне действия этой лужи. Сами моменты по поводу ресания маны у вас в бафах, именно в бафах, появится значок такой, когда саранит. Вот знаете, как выглядит саранит? Зелененький такой, ромбик. Вот он появляется в ваших бафах. И чтобы резнуть ману, вы заходите в лужу, стоите в ней, собираете 5 бафов саранитовых,
И как только на вас их 5, вы тут же выходите с лужи. Вас продамаживает, вы там по себе хилку кидаете, заходите опять в лужу, если недостаточно. Короче, мана ресается только тогда, когда спадает баф. Не тогда, когда вы стоите в луже, не тогда, когда на вас висят стаки или баф. Мана ресается только тогда, когда вы выходите с лужи и спадает вот этот вот дебаф, значок с аронитовой. Только в этих, только тогда ресается мана. И ресается не фулл столб. Иннеры, хериннеры, вообще ничего не работает. Ни тотема, ни монориги не работает, ничего. Поэтому за ману, за маной следим правильно. В принципе, все. Фулл баф рейд. Ну и каст не забывайте, там жгучее пламя сбивать. Да, косты, но я думаю, что танки тоже... Важно, банки работают на ману. Так. А, да, рыбку. Была рыбка. Ну я давайте еще раз поставлю, я просто тоже не похавал. РЛ, извини, а вы его уже убивали у 25-ки? Да. А кто спросил? Фласки выпить? А, срочник. А ты в какой гильдии до этого был срочник? Blade Magic. А там что, убивали? Не, она распалась за неделю до этого босса. Так, там Тейлер, Секси Холли, короче, классок много, на ком нету. Вы либо как бы пьете, либо что мы тут делаем. Мы кончились. SSFKO и лайфтаплка работает в зеленой луже. Да. Нет, вы не поняли. Сама, ребята, лужа. Если вы зайдете в лужу, кинете по себе иннер или нажмете, блядь, жизнеотвод, то, что вы стоите в зеленой луже, это мана от этого не реснется. Вы слышали, что я говорил? Поэтому и спросил. Мана ресается только тогда, когда спадают стаки. Пока не висят, пока вы стоите в этой луже, ничего не ресается. Настя, какой шаман МП5 бафает? Ой, пал. Я на всех висит. По шаманам, да? Посмотри на себя, чё он ноет. 13 минут, блин, мы 7 раз успеем вайпнуться. Чек на пол. Иди, о, иди, прикольно. Иди, отводи. Лови босса, лови босса. Отводи, быстрее, отводи, отводи туда. Прям беги бочком, смело. Рейд стоит в квадратике. Отошли. Долго отходите, максимально долго. Пол рейда улетело, вернулись. Отошли. Пока вы не в луже, не бейте, не тратьте ману, вернулись. Отошли. Вернулись. Жук вынес. Отошли. Вернулись. Каст. Угу. Отошли. Прожмись. Вернулись. Можете дать Starfall, слить саранитовый пары вот здесь. Мало ли кому мана нужна. Каст. Базука вышел. Молодец. Отошли. Вернулись. Каст. Отошли. Вернулись. Больше хилься, ДК. То есть отошли. Ударом смерти не стесняйся. Вернулись. Прожмись. Срочник вынес, ДК упал. Все, падаем. Босс не таунтится. Поэтому если падает танк, это свайт и вайп. Кто у тебя под боссом? Хорошо, ставим двух холипалов под босса. Один, да, стоит. Эрвуд также стоит под, стоишь под боссом. И хилов тоже ставь под босса. Нахуй хилам в ВДД стоит. Хочешь сам бегать, остальные пускай под боссом стоят.
Ты же сам это, лужу черную не стоишь? Я помню, как работает на Мелизону лужа. На Мелизону, но она работает очень просто. 8 человек в ренже есть, только в них летает сокрушение. Вы там это, когда вытягивание кидается на кого-то, вы не бегите стадом. Сейчас кинул, как попало метку. Если видите, что вытягивание, как бы стойте все, где стояли. Вытягивание — это добавка, которую просто вынести надо. Кто там полстада бежит сразу в панике. Метку черепа видели, не подходите просто. Все разбегайтесь. Череп — это сокрушение, кидается. А крестик — это метка безликого, которую надо выносить. От сокрушения в тот момент, когда она повешалась, от того места надо отбегать. Не уверен, говорили или нет, но хилам в черной луже стоять нельзя. Все правильно. Хилам в черной луже стоять нельзя. Тут, если все будут правильно выбегать, тут хилить нечего. Хилит один холипал. Хилить нужно только танк. И хилить нужно посильнее, да, потому что это не десятка. Так что пускай лучше 4 хила стоят. В это, вместе с миликами под боссом и хилят танка, чтобы он никогда не падал. Просто со старта, когда идет Гера, там нужно усиленно набирать агро, а потом уже можно и хилиться, когда ты видишь, что тебя никто не догоняет. Тут еще поэтому видишь, этого босса ставится ДКшник. Тут еще такая проблема, что, блин, один хант. Ну так-то ДК должно быть и без напулов нормально. Ну и как-то мало ДПСа. Ну чё за, чё по 9к, это вообще ни о чём. То есть я даже на бурсте ни у кого не видел 20. Рановато еще, значит, для 20. В смысле рановато? Не собрали. Если бы как бы таких цифр я бы не видел, я бы не говорил ничего. А как его поднять? Куда забежать? Там, наверное, лужу. Какие-то одетые пацаны, наверное, да? Ну, я магом с пэш-локом. Мы давали по двадцатке. И какой у вас этом левел был, кисты? У меня был 214-й маг, у спеша был 219-й лок. Хан случаем. Странно. Это что, в 25-ке? Нет, в десятке. Знаете, какой ты ник назвала? У вас 15 тоже выдавал. Ну, то есть я вообще не видел бурста. Ну, 10, 11 было на брусте, все. Под Геру. В черной луже. Просто вы должны понимать, что не нужно вообще бить босса, пока вы не в черной луже. Вы можете вообще его со старта не бить до первой лужи. Ну, это бессмысленно. Вообще. Как бы у босса 60 лямов. Рыба стоит, если что. Кто там далеко бежать? Не знаю, вы близко уже. Бахните ДКшник. А тринка на меткость у тебя, типа ты кап меткости добил ей? Да. Понял. Так, и кто вот это пулил босса? Давайте без такой залупы. А дон поставлю, то вычислить этих пидоров. Не надо так делать. Все, кроме Нигдевана, все готовы, подходим в квадрат. Нигдеван начинает. Нет. Что нет, все приняли готовность. Давайте быстрее. Я бы сказал, что это моя курица спулила, но она стояла минуту не пулила, а потом резко решила спулить. Ну как бы. Вышли. Зашли. Прожали бурсты, дамажи. Вот. Как так получилось?
Стойте в квадрате. Точнее, вы сейчас просрете все лужи. Вышли в зал, но... Мамок вынести. Встали в квадрат. Вышли. И зашли. Я понимаю, хантол уже не бафлен, да? Аккуратно, мили зона. Очень внимательно, вышли. Смотрите за дебафом. Зашли. Вышли. Зашли. Мамок вынести. Вышли. Стопай, стопай, дома. Все ясно. Все, дехильте, это вайп. Можете зайти как раз в зеленую лужу, проверить, как это работает. Заходите, появляется дебаф. Начинает стакаться зеленый саранит. Два, три, четыре, пять. Вышли. Он спадает не сразу. Идет какое-то время. Потом он спадает и резается мана, когда спадает. Теперь вместо рекаунта вытяните на весь экран Оман еще. Ты чувствуешь, когда агро сорвал не варлок? Так варлок сорвал агро. Че варлоку-то срывать? Там же раскол есть. Угу. Почему хвостатый хил до сих пор живой? Жесткий, может. Может, нужно какое-то время дать на агро? Нет, надо просто смотреть в омен. Понял. Сорвал в итоге лог, да? Угу. Нет. Все сорвали, 10 человек да, да. Сорвали. 10 человек сорвали. На готика был. Еще раз. 10 человек сорвали. Сначала лог, потом на готик. Не надо там называть никакие ники, не кто-то один сорвал, а сорвало пол рейда. Вот тут походу мой напул бесполезно, потому что у меня... Нет, ты его давай, просто... Сейчас я встану под босса и буду говорить, кому бить, а кому нет. Бурсты бурстами, но без напулов тут с одним хантом маловато он наберет. Ваши бурсты он не выдержит. Да, я понимаю сам, я с собой прожался, я там, наверное, настолько гробы вылезло, что пиздец. Вот и черная лужа. Не, ну вдруг там все смогут. Почему нет? РТР так? Ну, убьем Везекса, посмотрим.
Тимыч, из лужи выходи зеленый, а тут ты настакал там, что взял. Фрейм, да, босс, да, прошу. Хитбокс большой. А, сейчас у меня что-то зависло. Да, я пока вешу. Ну, пока нет. Просто висит. Картинка встала. Ctrl Shift Escape. Снять задание. Сейчас захожу. Нет. Тайнер Антон, если только. Сейчас, минуточку. Сейчас уже почти прохватилось. Я думала, ты не Трутеллер, балласт. Вышли.
метка бегает. Ну, бля, ну метку вынес. Череп, походи. Вынесите дебаф. Стоп, стоп, уже все. Метка. Вышли. Зашли. Балласт, Шаду, Мамока, Роланда. Я могу встать, если что. Тогда вставай. Вышли. Зашли. Он видит сырф агро. Базука, базука, базука. Вы куда вы все побежали, ребята? Вот теперь вышли. На луну, луну, луну. Зашли. Не кипишуй. Я просто видел, на ком дебаф. Спокойно. Милики, аккуратно, вышли. Левая, правая нога. Зашли. Да? Вышли. Зашли. Окей, балласт поднимает. Вышел. Ой, мне балласт этот. Блять, Шаду, вышли. Выбегаю, выбегаю. Зашли. Вышли. Балласт подними, хули пала. Под тобой валяется, зашли. Я говорю, Шаду поднимать его поднял. Хорошо, хорошо. Войд, подними. Вышли. Вышли, вышли. Зашли. Вышли. Оп, стоп. Брутеллер вынес, вышли. Я уже прожимал его. Задрули еще раз Роланда. Вышли. Зашли. Прожмись. Вышли. Зашли. Долго. Установитесь по сету, по синюю метку, пожалуйста. Шадо вынес. Пучнее должны стоять, ребята. Встаньте пучнее, пожалуйста. Синюю метку. Вышли. Разбейте пар какой-нибудь. А, секси холли. Понятно. Ты, блядь, вообще какого хера там делаешь, братан? Ману нет, блядь, никто же не разбивает. Не маны. Стоим, стоим в квадратике, не выходим. Теперь вышли, блядь. Или пиздец. Опять сопля летит, хуй. Ну, это нет, это. Так вообще никуда не годится. Стали все в квадрат. Резайте ман. Хилы. Вышли. Задрулю вынес. Ровненько, точно все в квадрат стоят. Вышли. Вот опять. Балаган. Стоим в квадрате. Вышли. Зашли. Нет еще. Вышли. Кошмарка. Кош. Блять. Сложно слишком. Разбейте пары слева, пожалуйста. Сейчас я под босса встану, похилю там. Это слабость смертных. Так, ребят, ну две основные ошибки, которые я заметил, это то, что ну никто не становится в квадрате. Все думают, типа, да ладно, на шаг 2, на шаг 3, на шаг 4. Каждый раз еще дальше и дальше становится ближе к луне. Это полный пиздец, типа, в квадратик, значит, в квадратик. Ну, типа, что за бред? Там же АОЕ есть. Почему никто постоянно хантом там стоит? Да упадите, чё вы бегаете-то, ёбаный в рот, блять. Станьте спиной. Так, ну в принципе можно... Чё мы время тянем?
Можно, в принципе, закончить и завтра потратить. Завтра же воскресенье, или потом воскресенье, завтра суббота. После завтра суббота, завтра... Да-да-да. Да. Вот смотрите, можете прямо сейчас разбить саранитовые пары. Я стояла весь бой, пыталась отрегенить. Настакала 6 таков, ничего не отрегенилось, вышло. Ну... Ой, если... Смотри, я весь бой стояла, я пыталась, ну, как бы, смотреть, сколько регенит. Один стак, два стак, но они ничего не регенят, когда спадают. Может быть, я не так понимаю, как они работают. А, вы меня слышали? Ну, они регенят. Слышали, когда я стояла в луже. Когда я выходила, мне тоже... Ну, Эрил говорил, что... Когда выходишь, тогда, когда стаки спадают, тогда и этот накидывается. Стаки спадают, и появляется баф, который тикает, который восстанавливает ману. Только что это проверил. Все так же работает, как сказал Лорен. Окей, баф появляется. Хорошо. Я просто думала, сразу прям придет там. 3000-3-4. Не, он тикает. Он тикает. Ребят, смотрите, я на престе, когда регенил, работал немножко по-другому. Я стакал до 7-8 стаков, в десятке было. 7-8 стаков стакал, и именно в тот момент, как только тикал 8-й стак, у меня отнимало типа хп через щит, там типа 7000 около того, и мне регенило, ну, типа 4-5 тысяч маны. То есть вот так вот было. То есть не вот этим бафом, ничего такого. Может, в 5-ке по-другому, но в десятке было именно так. Дай ты порталов дал, пожалуйста. Все на сегодня, да? Ладно. Завтра ничего не планируется? Завтра я на экспо иду 10. Во сколько? Ока. Ну, вечерком где-то. Так, все, я короче, на связи. Пока пойду похаваю. Всем спасибо, все молодцы. Благодарю. Да, Накс, ок, еще нужно. У нас есть молодые бойцы, которым нужно приодеться. Я не против сходить. Может, у кого-то квест есть?